Всем привет, канал Скоблетка. И сегодня мы снимаем на коллекцию Леди Баг. Да. И вот кто у нас в этой коллекции. Также спирокот. Давайте начнем с меня. Я особенная. И я особенная в том, что я находилась одна в магазине. Совсем другие все уже разошлись, Леди Баки. И у меня на ноге нет пятнышек. Это как? Это ошибка небольшая, а вот тут они стерлись просто. Давайте теперь к штукатурке перейдем. Все. А у меня отвалился хвост, да и все. Больше ничего такого. И, кстати, я Маринет. Просто костюм Леди Баг, мой талисман, сережки. Я Эдриан, а у меня талисман кольцо, кто не знает. Теперь давайте Карена Руш. Это Аля. Да. И я могу стоять одна, потому что у меня есть вон там вот хвостик сзади. Я очень красивая. Да, самая красивая в моей коллекции. Теперь к Квинби Хлоя. Кстати, подождите. Что-то хотела сказать, Аля. Это, у меня есть талисман. И этот талисман кулончик такой. Давайте, Квинби. А мой талисман это заколка. То есть брошка. Да. И, кстати, я без особенностей. Я простая. Пчела. А это лиса. Давайте перейдем к злодейке. Непогоде. Моя любимая злодейка, Леди Баг. Я непогода. И... Я добрая непогода. Я не злая. Она у меня такая будет. Ну, может быть, иногда устраиваю грозу. Снег. Еще что. Да. И вот сколько у нас всего. Пятеро их. И на этом все. Всем пока. Ставьте лайки.